Это бумажный диск, который гнется, как положено, всякой бумаге. Он будет сейчас использован для разрезания деревянной палочки, то есть в качестве циркулярной пилы. Конечно, для этого должна быть обеспечена устойчивость этого диска. Проще всего объяснить устойчивость диска, перейдя в неинерциальную вращающуюся систему отсчета. В этой системе отсчета бумажный диск натягивает центробежные силы инерции, обеспечивая его устойчивость.